Предложение распространяется на 56 пассажирских поездов, курсирующих из Анапы, Новороссийска, Адлера и Ейска в различные города страны. Приобрести льготные билеты можно только на верхние места вагонов купе. Они обойдутся на 60% дешевле нижних полок. Количество мест ограничено. Подробную информацию о направлениях и точных ценах можно узнать на официальном сайте РЖД.